О ваших с Милевским загулах, пьянках, гулянках не писал тогда только ленивый в те годы. Ну да. Что вы себе могли позволить? Все. Что именно? Ёмкий ответ. Все могли позволить. Зарплата была хорошая. Ну, понимаешь, мы сами это прекрасно понимали. И мы все равно вот перлись в те места, которые, знаешь, ну, где вот у нас в городе Киеве было, ну, весь бомон сидел. Злачные места. Да, злачные. Да. И мы все равно перлись, мы понимали прекрасно, что нас увидят, что Игорю все равно это скажут. И вот все равно мы перлись туда и перлись. Как бы мы ни прятались, и кепки одевали, и VIP-места брали, где-то прятали, но все равно нам говорят. Мы только заходили в клуб, уже все. На следующий день уже звонок. Если звонок в комнату с приемной, звонят с приемной, все, блядь, опять все, попались, блядь, никак не скрылись, вот так вот, да.